открыл соревнования торжественный парад участников игр. Все они – студенты среднеспециальных учебных заведений Краснодарского края. Спортсменам предстояло состязаться в баскетболе, волейболе, теннисе и футболе. В этом году мини-футбол вы будете принимать на новой площадке, на которой мы сегодня с вами проводим это открытие. Хочу пожелать, чтобы организация сегодняшних соревнований была на высоком уровне. Каждому из вас понравилась и работа судейской коллегии, и подготовка спортивных объектов. Ну и, следовательно, каждый из вас проявил себя на 100%. Кубанские спортивные игры несколько лет подряд проходят в Армавире. На новом поле между стадионом и Ледовым дворцом парни начали разминаться и набивать мячи, вспоминая слова наставников. Кто тренируется, тот и побеждает. Ребята из 15 городов и районов края приехали в Армавир, чтобы побороться за право выйти в финал кубанских спортивных игр. Футболистам достался газон на открытом воздухе, но, несмотря на холодный ветер, игра выдалась жаркой. Разодоренные долгим ожиданием, один за другим юные футболисты делали голевые передачи и создавали опасные моменты. На лицах болельщиков и самих игроков отразился весь спектр эмоций от радости забитого гола до горечи поражения. Во время соревнования было разрешено делать замены. И когда сил уже не оставалось, мальчишки садились на лавочку. Мокрые, уставшие, но счастливые от любимой игры. Инна Лепеткина, Артур Гуджанян. Служба информации телеканала РЕН-ТВ. Армавир.